КПП школы военных поваров. Новый лагерь. 17 августа 2023 года. Вот здесь, с правой стороны, были декоративные элементы или элементы наглядной агитации. Вот виден фундамент. Останки стены. Вон он, побольше фрагментов есть. Вот. Да, это здание окраска ПП. А с правой стороны санчасти, помещение караульной службы. Сейчас мы тоже его посмотрим. Вот здесь. Вход с той стороны оттуда. Вот ворота. Здесь для пешеходов. А, пешеходов вычеркиваем. Для неприемлемо для военнослужащих тут пешеход. Будет лучше сказать, пешим порядком, кто приходил сюда. Выходил, с этой стороны выходили. Вот тут ступеньки, там дальше дверь налево и на выход. Здесь еще вот такая вот красивость, нечто вазона. Вот. Зарастает потихонечку. Вот здесь был стенд. Видно, что рамочка осталась. Рамка. Номер 225. Он виден номер. Но мы как сегодня пешим порядком. Подойдем сюда. Да, вот тут как вырастают деревья, рушат бордюрчик. Времени сейчас 17 часов, 5 часов вечера. Ступеньки вот они. Мы поднялись. Плохо видно, солнце ушло. Плохо видно, переменная облачность. То есть солнце, то его нету. Очень хороший дождь прошел с утра. Вон какие потолки идут, подшиты. Потолки, ДСП, панели. Вот тут, видимо, что-то элементы. Табло какое-то было. Кабель подходит. Вот. Небольшая дверь. Заглянем, раз мы тут. Да, я без фонаря. Не предполагал, что заходить будем. Вообще маленькое помещение. Вот решетка на окне. Вот здесь мы зашли. Уходим. Здесь вот окно типа амбразуры. Здесь похуже сохранности. Потолок упал. Это
утеплитель валяется на полу. Потолок. А это дорога уже направо. На Ютербок, налево Алтуслагер. Рота. Ступеньки ведущие. Видимо, калиточка была. Ну, новым там зашит. Холодильник, не холодильник, что это такое? Нет, это, наверное, это холодильника устройство. Агрегат. Элементы. Или фрагменты. Под козырьком и потолок тоже подшитый пластиком. И пошли назад. Это деревянно здесь. Нечто перил. Вот. Под бетонное, то сверху дерево. Солнце появилось. Откуда взялись что-то от шпалы. Как-то порезаны они. Странно, вот шпалы порезаны. Видимо, есть какие-то приспособления их резать. Откуда они тут появились? Да, вот здесь диазон. Вот, я заметил. Тут еще кабель подходит. Тут целый пучок кабелей. Лучше. Вот. Ворота для автомобильного транспорта, для подразделения, что идут. Строим. А через дорогу там подсобное хозяйство, спортгородок. Под замком. Тут в окно можно заглянуть. Вот заглянули, не помню, это не санчасть тут была. Не помню. Да, выходим с территории. КПП. Да, это все. 141-я военная школа поваров. Выпускники школы работали, несли службу во многих частях и подразделениях гарнизона, что здесь рядом. Алтуслагер, Нойслагер, Петербург, дамы, Форцин, Лекенвальд. Можно много чего перечислять. Ну и других подразделений группы советских войск Германии. Я так предполагаю. Потому что курсантов было довольно много. Ну и едоков было много здесь. Это казарма школы поваров. Вот здесь сразу также были
что-то связано с наглядной агитацией. Вот фундамент остался. Столбики. Ну, забор. Вот он, забор, отделяющий от других подразделений, других частей. Там уже располагалось до последнего времени подразделение 27-я ракетная бригада. Подразделение этой бригады. КПП. Рисы. Прямо на асфальте. Асфальт или бетон. Здесь же ромашки, не ромашки. Здесь весной ходили с вами. И в начале лета. Какое яркое солнце стало. Не было солнца. Запахи такие. После дождя. Такие пряные. Муравейник он рядом, сейчас мы посмотрим. Муравейник вот здесь. Да, из-за дождя они тут обеспокоились, вот они тут. Муравейник. Это почти напротив подъезда. Вот он, первый подъезд от КПП. Здесь ископано это. Кабаны покопались. Не заходим. Ничего там не изменилось. И следующий подъезд. Как зарастает быстро. Ах, вот фонтанчик был. Небольшой. Это между подъездами. И следующий подъезд, второй. Мы здесь с вами сегодня не специально. Так получилось, что проезжал мимо. Была возможность сюда попасть, с ним попали. Второй подъезд от КПП. Прямо столовая. Столовая 27-й ракетной бригады. А ранее другие были тут, подразделения питались, вот прямо она. В ту сторону, там уже будет учебный корпус, новый старый, плац небольшой. Мы туда уже не идем. Мы посмотрели КПП. И вот немножко казарм. Находят здесь для себя кабаны вкусненькие. Вот здесь также останки фундамента. Наглядная агитация. Присутствовал стенды, видимо, были. Может быть, инструкции, может быть, наставления. Фонтанчик.
Да, мы идем к транспортному средству и выезжаем. Вон там тоже что-то. Может, курилка была здесь? Это, может быть. Должна быть курилка, по идее. Да, вот мы посмотрели КПП и участок территории у казармы. Военной школы поваров. Что, 41-й военной школы поваров? Нойслагерь. Близ Ютербок и Алтуслагерь. Прямо КПП машины идут. Там за воротами. Мы уходим направо и уезжаем. КПП. Да, вот так прямо направо здание столовой, которого уже нет. И дальше тоже ничего нет, с левой стороны нету чайной, досок. Но есть память, мы все помним. До свидания, до новых встреч.